Подожди. Да, я анархист спросил. А, вы же слова знаете, что я понял. Делай что-нибудь с гитарой и все. Остальное. Я могу, в принципе, уйти. Начинайте. Сколько песен спето, сколько сказано слов об ушедшем от нас короле шутов. Сколько взросло поколений под агрессивный панк-рок, осиротела сцена, когда ушел горшок. Где-то там, в небесах, ждет артист. Впервые в рай попал анархист. Зазвенел телефон, с того света донесся бархатный баритон. Мне так скучно здесь, достал прилизанный рай. Эти молочные реки, этот заоблачный край. В лучах солнца я брожу, как во тьме. Расскажи, как же там на земле? Здесь тоскливо и пусто, на улице ждет. Только ветер проникает в души, сердце холодом жжет. Свиреп бесконечен, небо сыплет пепел, выжигает глаза. Ударами плети под ногами стонет ледяная земля. Мир беспросветен. Я вернусь, обещаю, мое место средь вас. Господь впервые подпишет приказ об обратном пути, о лестнице с неба, о дороге домой, в котором так долго не было и вновь. На сцене улыбнется артист, позовет за собой анархист. Исчезнет печаль, утихнет в душе. Боль и ветер вздохнет свободно, земля под потоком дождя, смывая с лиц пепел, рассеется тьма, прояснятся глаза, сгинет тоска, он скоро вернется, непременно дождемся, с того света горшка. Файдинг, да, вот это вообще. Файдинг идеально. Пока. Я обещал.